Я хотела спросить, а вот то, что Элина говорила, что у вас в пакете деньги, вы нашли деньги вместе? То есть и нашли. деньги вы тоже нашли, то есть к нам претензий нет. Меня вот это только Да, ну к интересует. вам и не было претензий. Просто понимаете, как получилось? Я же объясняла, что она говорит, пойду посмотрю на квартиру. Может, мы оставили? Стоит возле тамбурной двери. Говорит, мама, не могу открыть верхний замок. Я говорю, ну что, возвращайся. Она говорит, нет, я вас буду стучать. Потому что, ну, видно, как-то замок, ну, заело. Бывает ли там такое, что не до конца, может, закрыть, я знаю. И она не открыла. Она говорит, не могу открыть. А что она там сгоряча кричала, я не знаю, понимаете? Ну, она Потому вменяла что... очень большую сумму денег, поэтому я спрашиваю, деньги она нашла? Нашла, все, да? Да, все Хорошо, в нормально. 12 часов тогда Спасибо огромное, приходите. извините за вот это вот, потому что все это, ну, просто это деньги не наши. Понятно, все, я поняла, Не наши. хорошо, Да, и все. мне потом... Да, а документы просто все. Все. И мы, и я вообще... Ну, короче говоря, я не знала вообще, что делать. Хорошо, я поняла. Все тогда. Да. Все, до свидания. Да, до свидания.